Hello, everybody, меня зовут Честер, и сегодня мы поиграем в игру Call of Duty World of War 2. В общем, она зарелизилась 3 ноября. Месяц назад мы уже играли в бету-версию, она не шибко-то что и тянула у меня, но, возможно, одиночная кампания будет лучше идти, нежели мультиплеер. А здесь есть зомби-рейк, я хочу в это поиграть, но мы будем смотреть кампанию. Давайте кампания. Идет загрузка, я пока что поставлю на паузу. Уже мне не нравится, что здесь 10 FPS. 8 FPS, как же замечательно. И он просит у меня часы, а я думаю... Нахрена тебе мои часы? Ты так, же долбанный капитан футбольной команды. Ну, в общем... В учебке я завел друзей, и сейчас мы все на корабле. Все напуганы до смерти, но виду не подают. Цусмана я сначала ненавидел, а теперь он, пожалуй, мой лучший друг во всем мире. Вечно попадает в неприятности. Если бы не шла война, он бы попытался ее начать. Что у меня над головой? Ну, что, мне нужно беречь пальцы, чтобы сделать снимок года. Стайлз после войны хочет быть фотографом в журнале Life. Он? Надо же галочку. Кстати, хорошая идея. Нашего пулеметчика подстрелили. Я не пострелять. Что это, модель? Где-то стрел. Чё, как ты вообще курил? Дэниел! Да. Тебя этому и учили! Живо бери Бангалор! Бангалор? Что такое Бангалор? Ты справишься! Да, сэр! Я пострелять хочу, это же Call of Duty. О, боже. Нет, это всего лишь мертвый мужик. Вот моя винтовка. Shift, бежать. Shift, бежать. Йоу. Он пролечит. Вы раненые, ищите укрытие. Да вы прикал. Берегись! Оружие на изготовку! Где же регенерация? Твоя рана выглядит паршиво! Вот, держи! Спасибо, друг! Спасибо, солдат! Чего? Они вернули аптечки! Регенерация здоровья больше не будет, что ли? Вот. За мной! Вперед! Прям как попал! Теперь надо вспомнить, как бить приклад. Это будет так. Тут не стреляй! Так хотя бы видно что-то. Первый готов! Выходим! Бункер чит! О, МП-40. Или РММР. Аптечка здесь! Аптечка, действительно, мне нужна аптечка. Вот теперь другое дело. Выглядит хорошенько, но FPS проседает больше. Это шоу. Ну, то есть, нехорошо, это все равно. Шевели! Пулеметы все еще стреляют по берегу! Ой, не надо стрелять! Что он делает? Да, сбить его! Надо пройти к бункерам! Ой! Я засмотрелся! Извините! Вы ничего не видели. Ребят, подведя итог. В принципе, Call of Duty можно спокойно играть на слабом ПК, тут довольно гибкая настройка. Графики. Так что пробуйте, экспериментируйте. Там много чего есть, что можно включить, что можно выключить. В любом разрешении можно даже играть. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте комментарии, лайки. Всем доброе, пока, и увидимся в следующих сериях. Возможно, если зомби рейд получится, мы еще поиграем. В общем, покидай, ребят.